Поколение на поколение Пшеказавана были традиции верконосные. И символы этих традиций можем еще поразмать, как и символы традиции верконосных. Ну, первый символ еще есть свечение паленки. Что значит пальма? Или иначе называем это верба, розги вербовые. Может быть, в Польше еще бывает, же, то есть галунский букшпан. Букшпан – это самшит. Может быть, галунский малин, поречек, оздобленный квятками, мхем, жовами, то есть, значит, травами и колеровыми пюрками.